Всем привет, с вами Виктор. И мы начинаем играть в новое прохождение в игру под названием Deus Ex Human Revolution. Я английский знаю очень мало, так что надеюсь, что прочитал правильно. Ладно. Давайте начнем эту игру с обучением. Да-да-да, я прекрасно понимаю, что я в предыдущем видео в финале в мафии. А, тут многовато вообще-то. Ладно, давайте лучше попробуем лучше по ходу дела разобраться. Так, ладно, выбираем сложность. Расскажите мне сказку ради удовольствия, сюжета и удовольствия, не сейчас сложности. Любите хороший сюжет и достойные испытания, и суровые враги, и опасные ситуации. Ну что ж, я это хочу. Я в предыдущем видео говорил, ну, в финале мафии, что мое следующее прохождение, вот уже в этом видео, должны были проходить игру «Эта странная жизнь», потому что вышла пятая часть. Но, увы, у меня появились проблемы с ее приобретением. Так что пока у меня я эту проблему самую решаю, мы поиграем вот эту. Играю я в первый раз. Да, честно. Чё-чё, а вот эту я играю первый раз. Ладно, давайте смотрим. Все по-прежнему? Почти. Что значит «почти»? Был разговор с Монреалем. Как только потребуются спутники вещания наши, надо потерпеть неделю-другую, и народ будет готов к нашему возвращению. А клиники? Мы держим их за что. Они будут нас слушаться. Я думаю, стоит подождать референдума. У нас нет времени. Созыв научного комитета в следующем месяце. Но настроения среди делегатов меняются. Я думаю, если дать время... Нет. Обнародовав свое открытие, шериф вынуждает нас действовать. Мир не изменится в одночасье только потому, что так хочет Дэвид Шериф. Кроме того, мы ничего не сможем сделать, пока наш чип не будет готов. Я думал, вы близки к завершению. Добиться устойчивой работы интерфейса на основе нервной системы сложнее, чем предполагалось. К счастью, благодаря Дэвиду, я знаю, где копать. Как сообщают из Вашингтона, люди продолжают стекаться к Капитолию. Большинство требует, чтобы Конгресс запретил все попытки изменять возможности человеческого тела. Это реакция на заявление Дэвида Шарифа, специалиста по биотехнологиям, который утверждает, что в его компании найден способ починить эволюцию воли человека. Ученые из Шариф Индустрис прибудут в Вашингтон завтра, чтобы обосновать это заявление. Но что ждет нас сегодня вечером? С вами Элиза Касан. Репортаж с места событий. При всем уважении к вам, мэр, надеюсь, у вас будет два отряда охраны на взлетной полосе. Нет, мы не пойдем через терминал, это небезопасно. Да. Рад, что вы понимаете. Спокойной ночи, тупица. Что-то не так? Не у меня. А вы все время теребите колье, доктор Рид. Порвете? Что ты, Мэг? Тебе уже приходилось представлять свою работу. Тогда было иначе. Тогда это были просто слова. Но это открытие, Адам. Это прорыв. Как законы Кеплера, как розетский камень. И в чем проблема? Захотят узнать, как это вышло.
Меган, мы отправляемся через... Адам, ты здесь, отлично. Что-нибудь нужно, босс? Да, перед отправлением я хотел бы посмотреть планы по обеспечению безопасности. Меган, вы готовы? Почти, Дэвид. Перепроверяем данные. Ладно, поторопитесь. Чтобы ты могла поразить этих всезнаек федералов, нам нужно добраться до Вашингтона. Ненавижу, когда он так делает. Брось, я прогуляюсь с тобой. Ну что ж, вот нам дали управление, да? Ну, давайте осмотримся. Действие игры происходит в будущем, да? Что ж, графика вполне себе нормальная. Ну, как можно из этого вот посмотреть, так, что это? Мы можем взаимодействовать с предметами определенного типа. Вот, к примеру, мы можем посмотреть на этот планшет. Пациент X? Это ничего не значит, Адам. Просто какое-то исследование. Слушай, нам пора идти. Так, давайте проверим, что это такое. AG-09, пациент X, короче. Пол М, возраст 32, группа пожалуйста, крови 1, вес отрицательный. Нервничаю. Анализ образца ДНК показал крайне высокое содержание мутагенных веществ в главной цепочке. Однако не похоже, чтобы они были вредными. Более того, пациент X кажется более здоровым и устойчивым к инфекции, чем другие пациенты того же возраста и происхождения. Хотя надо признать, что это вывод основан исключительно на наблюдениях. Доступа к медицинской истории пациента X в данный момент нет. Однако стоит отметить, как ведут себя эти вещества при изоляции и внедрении в ПЭД-блок. Менее чем за 24 часа искусственные материалы в блоке полностью покрылись плотной полупроницаемой оболочкой собственной нервной ткани пациента. В результате чужаки, так сказать, маскируются под часть нервной системы пациента. Нам еще предстоит провести ряд испытаний, но я считаю, что пройдут блоки, созданные с помощью уникальной сигнатуры ДНК, не будут распознаваться. Иммунная система человека. Грань между нервной системой и внешним устройством стирается до такой степени, что препятствует образованию глиальной ткани. Возможно, потребность непропазине полностью исчезнет. Да. Что-то как-то вообще вот. Единственное, что я понял, что вот пожалуйста, в этом мире Адам, ученые смогли взять эволюцию под свой контроль. Ты идешь? Секунду. Секунду. Мы даже считали, да? Так, ну что это? Ничего нигде не тыкается, а так, тем не менее. А мне казалось, это женщина заставляет. Прошу к тому готовиться. Полиция готовится к массовым демонстрациям, которые мы смотрели по телеку. Митингующие под предводительством движения «Фронт человечества» приезжают целыми автобусами, чтобы выразить свою точку зрения. На рассмотрение отчет о серьезном прорыве в исследованиях технологий по модификации человека. Открытие, сделанное доктором Меган Бит и командой ученых Шериф Индустрис, указывает на то, что связь между живыми тканями и механическими конструкциями можно усилить посредством изменения ДНК. Это открытие может ликвидировать необходимость в нейропальзине. Крайне дорогом наркотике, изготавливаемом исключительно компанией Verisilife. Давай же, капуша. Если результаты исследований будут подтверждены, то снижение рисков и стоимости использования механических модификаций откроет путь куда более широкому их распространению. Противники имплантов требуют запретить технологию из-за морально-этнических проблем. То есть тут главное мораль и этика. Пожалуйста, Адам, я и так нервничаю. Нет. Наука, да? Что-то, то есть еще как-то неправильно будет, да? Так, да. Дэр Роу может отсутствовать на Вашингтон в своих слушаниях.
Источники, приближенные к миллиардеру Хью Дерроу, заявляют, что строительство Панхей, арктического комплекса, предназначенного для сдерживания глобального потепления, уже практически завершено. Дерроу пока ничто не подтвердил свое присутствие на слушаниях Национального научного совета в Вашингтоне. Все, нигде ничего не пикается больше. Так что... Знаешь, блокируй свой компьютер, Мэг. Точно, Фрэнк тоже вечно это твердит. Ага, давайте посмотрим, что, кто пич... кто кому пишет. Мега, милая, ты что эту руку не снимаешь? Я тебе уже и давно не на работу звонила. Оставила, наверное, миллион сообщений ваша секретарша. Синди ее зовут, верно? И я же уже начинаю волноваться, девочка. По крайней мере, вы были с Адамом. Я хотя бы знал, что он заставляет тебя периодически есть. Ты уже нашла себе нового парня, чтобы не скучать? Давай же, капуша. Или все еще по уши увезла в работе? Полагаю, семейная черта. Серьезно, позвони мне в лабораторию. Хочу убедиться, что у тебя все в порядке, мама. Меган Рид. Прекрати читать мою почту. Кому? Меган Рид. Я и так нервничаю. Так, это Кассандра... Это... Значит, твою маму зовут Кассандра Рид. Да? Окей. Это Дэвид Шариф. Меган, я тебе говорил, эти вопросы вызывают сложные юридические проблемы. Служебная информация, врачебная тайна, сама знаешь. Дэнсел со своими юристами тебе прикроет, если что. Парни готовы действовать по первому сигналу. Но пока я займусь наукой, все у тебя будет нормально. Меган Дрид пишет. Дэвид... Мне страшно, что если они спросят, откуда у меня первый образец? Спросят, на чем... пациента X. Я не знаю, на что это отвечать. Адам Дэвид ждет. Нам нельзя. Диана Гонзалес. Мэг, ты всего на 3 дня уезжаешь, верно? Не проблема. Только ключи мне закинь перед отъездом. Диана, у меня тут проблема. Собачья гостиница. Забита. Кубрика некуда пристроить, ты можешь вручить. Не всегда помогал Адам, вообще-то это его пес. Но в этот раз сама понимаешь, соглашайся, пожалуйста, он у меня милый песик. Это, скорее всего, какая-то это, да? Соседка, наверное. Ну, никак не соседка, не соседка, так вот. Пожалуйста, это мама, Адам. Это... Я и так нервничаю. Его босс, наш босс. Это, я не знаю кто. Диана Гонзалес. Та, которую эта вот собака приютила. И Ребекка Донвей. Привет, Меган. Я знаю, что у тебя есть вопросы по поводу тех файлов, что я тебе прислала. Прости за те графики. Образец оказался просто революционным. Я вся прямо загорелась, но думаю, что ты не скажешь, откуда он взялся, а? О, сколько читать-то. Ладно. Ладно, если вкратце, есть ответ достаточно просто, а у нас... Адам Дэвид ждет. Нам нельзя его задерживать. Давай же, капуша. Так, ладно, это, наверное, какой-то этот... коллега какая-то по лаборатории. Но, все, хочу отключить. Так, что-нибудь еще есть полезное? Да вроде нет, я все посмотрел. Пожалуйста, Адам, я и так нервничаю.
Да не нервничай, это все нормально будет. Все, пошли. Я больше ничего не нашел. Да? Внимание! В лабораторию допускаются только уполномоченные лица. Что ты имела в виду, Мэг, насчет того, как ты это сделала? Ничего, это просто от волнения. Может, мне следует что-то знать об этом месте, о шерифе? Меган! Погоди. Мы никак не можем избавиться от отклонений в искусственных клетках. Ладно, но повышенный уровень нейропептидов в этот блоке может свести на нет всю калибровку. Ладно, я перепроверю это. Не верится, что ты спрашиваешь про Дэвида. Ты здесь достаточно давно, чтобы знать. Эрик, ты не собираешься бегать от меня, верно? Даже не думал об этом, доктор Рид. Мне кажется, я знаю, почему показания Деклана выходят за рамки. Избыток пептидов? Я думаю, причина в гибели глиальной ткани, которую мы обнаружили после сплайсинга в белках антагониста. Был бы у нас хороший цитометр. Были бы и точные данные, которые посетители не должны оставаться. Я попрошу Дэвида подумать об этом. Если он закажет прибор в Page Industries, может, нам достанется еще одна кофеварка. Ты слишком глубоко копаешь, Адам. Подожди, я хочу посмотреть, что там находится. Мы помогаем людям преодолеть физические немощи. Стой! Да, только вот почему-то большинство наших клиентов военные. Далеко не все. Мы работаем с учителями, врачами, строителями. Зараза! Осторожно, Эдди! Эти коробки стоят больше, чем тебе платят. Извини. Не, все уже готово. Для Вашингтона? Ха! А, доктор Ри, это генерал О'Нил. Доктор Шевченко сказал мне, что работа над тайфуном продвигается. Да, если бы не Василий. Как я говорил, сэр, основа тайфуна – видоизмененный боевой корпус наподобие того, что надет на мне. Я улучшил его, снабдив фигурными микрозарядами, которые приводят в движение стальные пулы. А проблема обратного пламени? Решена с помощью динамических клапанов. О, смотрите. Давай. Ну, покажите мне, что это, наверное, такое. Так и должно быть. Впечатляет. Когда все будет готово? Боюсь, мне надо бежать. Василий знает все подробности, генерал. Конечно. Нам еще... Василий... Точно. Учителю без этой штуки никак не обойтись. Ты не понимаешь? Груски, что ли, да? Помогают нам держаться на плаву, но нейронные импланты, не которые помогают быстрее соображать, реагировать, они могут сильно улучшить жизнь. Жизнь каждого. Дэвид годами говорил об этом. Да, он любитель поговорить. Он хороший человек. Признайся, Адам, в глубине души он тебе нравится? Мне все нравятся, доктор Рид. Ну да, конечно. О, как. Давайте заходим. Ну, куда едем-то? Далеко идти? Кабинет Дианы. Я забыла оставить ключи, чтобы она погуляла с Кубриком. Знаешь, он так вырос. Все время ранее. Блин, я сейчас только вот иду. Он уже разбил ту самую что это? Я ее убрала. Только наблюдаю. Я обнесла забором, как ты собирался сделать. Да, так и не собрался. Прости. И ты меня. За очень многое. Адам. Я... кое-что... я... Что, мы приехали уже? Добрый вечер. А, нет, это мы кого-то забрали. Так вот, у нас все готово? Фарида, надо спешить. Японский увидимся городовой. Ага. Какой город-то? Я... не помешал вам, Дженсен? Ты уже починил фаерволл? Фаерволл нельзя починить. Все такое. Можно найти дыру и ликвидировать ее. Ты ее ликвидировал? Да. Рассказать тебе как? А, подожди, я забыл. Бывший коп. Вряд ли ты поймешь. Бывший спецназовец, ты будешь удивлен. Шариф и тебя хочет видеть. Афина. Она хочет показать мне, как отслеживать локаторы, имплантированные нашим ученым. На случай, если принятых тобой мер в Вашингтоне окажется мало. Не окажется. Джентльмены? Очень приятно видеть вас. Шариф. Заходи, Адам. Он ждет. Афина, это новейшие GPL-локаторы с шифрованием. Каждые 10 футов или 5 секунд они передают... Да. Неважно, какой ценой, я хочу видеть Хью Дэрроу в Вашингтоне, рядом со мной. Он не прибежит по первому зову. Он нобелевский лауреат. Сенаторам он нравится. Слушания пройдут спокойнее, если он там будет. А завтра вы тут кто-то одет. Все на месте.
Да, сэр. Полиция проводит нас к Капитолийскому холму, а там нас встретит служба безопасности. Отлично. Как там наша девочка? Нервничает. Ей нужно просто показать им наши разработки. Она тебе все объяснила? Честно говоря, мы не вдавались в подробности, босс. Это потрясающе. Все эти поборники чистоты обвиняют нас в насилии над природой. Но на самом деле, Меган всего лишь нашла способ использовать то, что уже заложено в ДНК. Это гораздо проще и безопаснее, чем все, что сделал Хью Дэррелл. Внешний технический сбой. Лаборатория, 6-й подотдел. Руководители проектов просят немедленно отозваться. Пожалуй, нам не стоит рисковать. Не сегодня. Спустись туда на моем лифте. Код знаешь? 0451. Узнай, в чем дело. Но... Афина, пусть кто-нибудь выключит этот грохот. Да, сэр. Что там произошло-то? Так, все, не могу посмотреть там кое-что. Настройка, звук... Музыка, диалоги. Вот так будет, да? Включены. Все нормально. Все, пошли. Нужно проверить, что происходит. О, какой глобус. Но перед тем, как мы спустимся на лифте. Поспеши, Адам. Код 0451. Я хочу посмотреть. Узнай, что происходит, Адам. Используй мой лифт. А у тебя ничего интересного нету, что я думал, ты мне тут что-нибудь покажешь, что какую-нибудь штуковину. Чё ты? Ничего не можешь показать. Какой-то там, послушай, какая-то Адам, тревога. Код 0451. 0451. Так, 0451. О, все, открыли. Да, все, быстрее, спускайся, давай. Причард, где Меган? Она уже отозвалась? GPL-локатор говорит, что она в микрохимической лаборатории. Кажется, она бежит. Черт, похоже, с оборудованием серьезные проблемы. Ты можешь посмотреть на нее? Пытаюсь, но камеры не отвечают. Какие-то помехи непонятно откуда. Выясни, что происходит, Дженсен. Скорее. Причард. О. У нас появилось... На. Так, ладно, все, пошли. Прежде чем делать что-либо еще, вам необходимо научиться передвигаться. Первый прием, который стоит изучить, передвижение. И так понятно. На. Тут у нас проблемы. Тут трупы валяются. У нас есть еще живучие. Руку тебе можно двигать, да? Да, на тебя руку заломлю. Отпусти давай. Да? Так, кто вас тут всех перебил-то? Да? Так, давайте дальше. Пусто. Все, идем дальше. Да? Кто вас тут всех перебил-то? Ого! Твою мать! Блин, не пробивается еще. Терминатор какой-то. Так, доступно это. Ну? Некоторые окружающие вас предметы можно брать или перемещать. Все, понял вас. Давайте уберем. Тут ничего полезного нету. Тут нападение произошло на лабораторию, а мы ищем тут, рассматриваем. Ладно, давай, побежали. Откройте. Все, пошли. Вентиляцию ползать. Ох, ёпич мы.
все развороченное. На, люди. Так, терминатор Альбекович сюда ушел. Так, вы можете эти огнетушители брать. Если начнется пальба, стоит спрятаться в укрытие. Так вы защититесь от пули и взрывной волны. Чтобы выстрелить, выгляните из укрытия справа, слева или сверху. Затем прицельтесь и стреляйте. Если... Все, понял. Ну, я понял, короче, побежать дальше. Да. Блин, эти крюки что-то экранные. Взбесились. Так, тут ничего не нажимать. Не нажимается. Ой, ёбать, прыгает-то высоковато, если чё. Так, тут открывается. Да, все нормально. Ой, ой. Проблемы. Двое этих вышли. Вот так вот. Поработал немножечко. По. Ну, у вас есть патроны? Да, есть, все нормально с этим. Ну, все, идем дальше. Откройте. Чисто, чисто. Блин, тут кто нахрен что-то сделал-то? Опять те вот, наверное, вот противники модификации людей. Ну? Так, зеркало, стекло не пробивается. Что ж. Ох, какой интересный человек был. Так, кто еще? О, блин, у нас это все покраснело теперь. На, кто еще хочет? Ну и? Долго так будет. Все, немножечко пришло в норму. Это все лаборатории. Так, давайте очень перезарядим. Возьмем патроны. Да ты лежи здесь. Бля, одни трупы ученых этих в халатиках. Которые тут изучали какие-то тет-эти. Модификацию ту самую. Вот тут руку делали. Золотую, какую-то механическую. Протез. А? Куда дальше тут? Здесь везде. Тупик. Это... Отсюда не выпал. А, все нашел, нашел. Все. Так, куда дальше? Так, все, понял. Так, а там что-нибудь есть? Блин, одни трупы на... Тут кругом трупы. Одни трупы. Слушай, да мы так, кажется, бегаем нормально. Так, ладно. Да я говорю, отдай мне вот это. Или не хочешь? Ну, окей. Блин, вы хорошие? Нет, вы это... Охранники бывшие. Теперь вы нынешние похоронцы. Покойники. О! А вы точно противники. Так что... Первый... Ну, давайте, против меня тут не попрешь.
Да, винтовка еще там хорошая, да? Все, иди тут. Ой, блин, тут все нахуй лабораторию погонили. Ну, где тут? Ох ты! Ни хрена себя выкинул. Терминатор какой-то. Блин, он нас убьет сейчас. Вот так вот. Кислота какая-то. Ой-ой. Там еще пришли. Томография показала, что ранение вызвало гематом. Необходимо восстановить артерию. Дело плохо. Боже, насколько толстым было стекло. Ну, стекло точно было толстым. И терминатор, который это сделал, был очень большой. Держись, Адам. Оставайся с нами. Блин, а все. Готовится к установке ERCC-1. Состояние стабильное. Это ни к чему. Где киберпротез руки? Я люблю тебя. Мы что, мало людей сегодня потеряли? Прости. Осталось пару секунд. Тело его примет. Чудесно. Кажется, справились, да? Дайте ему инфолинк. Хорошо. Давайте пакет для связи. Это Дэвид. Ты в здании? Только что вошел в фойе. Извини, что выдернул тебя с больничного, но у нас проблема. Нападение на фабрику в Милуоки Джанкшн. Встречаемся на вертолетной площадке. Для начала мне нужен Причард. Усиление сетчатки барахлит. Ну что ж. Вот мы и вылечились. После того... полета в стекло толстое. Вы забыли выключить фары. Ну, правда, у нас сейчас немножечко все мигает, что не очень-то радует. После того полета прошло уже 6 месяцев уже как. Но тем не менее мы живы, мы здоровы. Правда, у нас половина
деталей уже заменено, в том числе и руки. А на глаза она где-то какая-то ахинея с очками. Но это уже так, уже условность. Ну как условность, такая уже. Но... Ух ты, как все круто. Карта есть, даже приличная, даже очень большая. Даже сейчас не буду сейчас разбираться в этом, что еще есть. Журнал задания. Встретиться с Фричетом в техлаборатории. Так, снаряжение. Импланты можно менять. Улучшение, да? Череп, торс, с рук, глаз, спины, кожа, ног. Но... Давайте мы это уже будем уже делать уже в следующей серии. Да, давайте мы это уже сделаем уже в следующей серии. В этой серии мы уже достаточно прошли уже для первой серии. В следующей серии мы уже продолжим наше путешествие по этой игре. Так что давайте прощаться. Разбираться, что нахрен произошло в той самой лаборатории и так далее. Так что с вами был Виктор. Всем пока.